Укреплять берег Севастополя будут по примеру Финского залива. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова. Она сообщила, что при разработке технического задания генеральной схемы береговой защиты города Севприроднадзор опирался на опыт коллег из северной столицы России. Документ впоследствии будет учтен при разработке проекта землепользования и застройки и генерального плана города. Будут обозначены основные мероприятия по нашей территории, какую территорию необходимо укрепить, где произвести террасирование, где вмешательство вообще недопустимо, потому что будут нарушены экосистемы прилегающей территории. Потому что действующим законодательством по инженерной защите территории предусмотрено, что нельзя точечно производить какие-то действия. Все побережье – это взаимосвязанная система. Техническое задание по генеральной схеме умещается на 48 листах. Его разработкой занимались ученые Гидрофизического института Севастополя, Московского государственного университета и его севастопольского филиала. Но пока говорить о конкретных методах берегоукрепления рано, считает Юлия Гаврилова. Методы должны определяться только после инженерно-геологических изысканий. Это достаточно сложная работа, где должны работать специалисты, имеющие опыт, квалификацию. Это достаточно серьезный проект. Эти изыскания должны быть оценены экспертами, и только на основании них принимаются проектные решения, каким именно образом укреплять берег. О том, когда будет готова новая берегоукрепительная схема Севастополя, по какому принципу будут создаваться новые особо охраняемые природные территории и как ведется борьба за сохранение крымского можжевельника, полную версию беседы с исполняющей обязанности начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя смотрите в программе «Актуальное интервью».